Из Архангельска в Апатиты всего за 55 минут. Новое направление с 18 февраля открывает авиакомпания «Северсталь». Прямые рейсы на комфортабельных 50-местных самолетах по понедельникам и четвергам. Прибытие из Апатит в Архангельск планируется в 12.05, а вылет обратно в 12.50. Нормы провоза багажа составляют от 10 до 20 килограммов. Ручная кладь не более 5. Также можно провести спортинвентарь. По 30 апреля 2021 года разрешен бесплатный провоз одного места горнолыжного сноубордического снаряжения в чехле весом до 12 килограммов.